Сегодня в новостях Lenovo Z5 Pro GT, Xiaomi Mi Max 4 и Samsung Galaxy S10. Всем привет, я Макс, и перейдем к IT-новостям за 22 января. Lenovo Z5 Pro GT на процессоре Snapdragon 855 уже в продаже. Как сообщил вице-президент Lenovo, уже начались предварительные продажи в Китае данного устройства. Но о сроках выхода в широкие продажи еще пока не сообщилось. Напомню, данный смартфон, если поступит в продажу в ближайшее время, то станет первым смартфоном, который получит процессор Snapdragon 855. Также на днях его протестировали в Antutu, где он набрал 371 тысячу баллов, что один из рекордных показателей. Информация о новом смартфоне Xiaomi Mi Max 4. По сегодняшним предположениям, смартфон должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 710, дисплей 6,9 дюймов, то есть почти 7, Full HD Plus дисплей, USB Type-C порт, аккумулятор на 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Стоимость смартфона будет в районе $300, а выход устройства намечен на второй квартал 2019 года. Появилась еще свежая информация о Samsung Galaxy S10. О смартфоне все больше появляется информации. Сегодня стали известны его стоимость. Например, Samsung Galaxy S10 Lite, или по-другому он будет называться, его стоимость будет от $900, а обычная версия Galaxy S10 от $1000. А вот версия Galaxy S10 Plus от $1200 до $1800. Также смартфон S10 Plus появился в популярном бенчмарке Geekbench, где он тестировался на процессоре Exynos 9820 с 6 гигабайтами оперативной памяти. Все данные смартфоны должны представить уже 20 февраля. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравились новости, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также можете оставлять свои комментарии под данным видео и вопросы. И я постараюсь на них ответить в следующих новостях. Удачи всем и пока!